знания, хлеба, зрелищ, всего сразу, видимо. Или у вас стул косит, или у меня глаза. Эта библиотека имени Толстого больше 100 лет работает в Красноярске, из них больше 60 в этом здании. Вот трещины об этом напоминают, но жалуются в проверку даже не на них. Говорят, студенты, те, кому больше всего нужны бесплатные книги, не могут такие получить, потому что без прописки им эти книжки не дают. У меня как раз есть не красноярская прописка, и мы сейчас проведем проверку, сначала тайную, все сниму на телефон, забираю оборудование. Я пошла. Чтобы брать книги на дом, нужна городская прописка вообще-то надо. Но это уже на наши, это, мы решаем, записывать или нет. Чтобы брать книги на дом, нужна городская прописка. Это вы сказали. Чтобы брать книги на дом. Это право каждого гражданина. Смотрите, вот закон мы вам принесли, здесь написано. Каждый гражданин, независимо ни от чего, ни от пола, возраста, ни от политических, тем более от прописки здесь тоже нет, имеет право на библиотечное обслуживание. Мы записываем всех, но выдача на дом книг. А так-то мы записываем, пожалуйста, здесь можно смотреть, ну где читать. У вас даже здесь, во-первых, нигде, во-вторых, ну, это не всегда удобно. Найдем. Особенно сделаем студентам. Сделаем копии. Почему вы не доверяете иногородним? Почему мы доверяем? Мы проверяем. Ну не даем книжки. Проверяем. У вас на очень скромную площадь, да, меньше 80 квадратных метров, 30 тысяч книг. 30 тысяч. А как вы их немножко вот так умещаете? Это вот они не влазят, смотрите, мы бедные на стульчиках. Книги. Нам подарили эти книги читатели. Какие у вас хорошие читатели? Вы от всех принимаете или тоже только от тех, у кого красноярская прописка? От всех принимаю. Не представляю, как здесь работают сотрудники. Даже мне, смотрите, от плеча до плеча проход между полками. И совсем некуда здесь прятать вот такие всякие сооружения. Например, пароварка стоит также среди книжек. Это самая тесная проверка в истории нашей программы. Здесь на одном квадратном метре, мало того, что сотня книг как минимум, здесь же и гардероб, здесь же и обувной шкафчик, вот видите, под стулом. Но самое главное, здесь есть огнетушитель, причем у него срок годности еще очень хороший. Еще один аргумент в пользу того, что книгам здесь жутко тесно, они начинаются прямо вот от входной двери, человек с улицы заходит, сразу попадает к книгам, и этот книжный стеллаж, он следующую дверь закрывает больше, чем наполовину. Неважно, что библиотеке больше 100 лет, здесь, между прочим, впрочем, есть даже Wi-Fi. По последнему слову техники все работает. И на Wi-Fi здесь прогресс не закончился. Здесь вам предлагают продлить книги по телефону, либо даже через страничку ВКонтакте. Причина. Самая популярная книжка у вас какая? Которые чаще всего приходят и просят, дайте мне, пожалуйста, библиотека Толстого эту книжку. Толстой у нас самый популярный. Толстого у нас всегда спрашивают. Сейчас все читают «Мана», читают «Шантарам» и «50 оттенков серого». Так у вас что из этого есть? Они все, а у нас все есть, но только на руках. Выдали как удобно. Читателям. Вот это не просто книжка, это настоящий исторический документ. Смотрите, здесь какая печать. Какой район это? Кагановический. Район города Красноярска. Сейчас вы знаете, где такой район в Красноярске? К ассортименту в этой библиотеке у меня вообще нет претензий. Здесь есть и классика, «Ремарк». Вот, пожалуйста, и вот такие оригинальные издания. Пожалуйста, «Божья девушка по вызову» с дыркой в обложке. Беру книги, всегда очень учтивые библиотекари, всегда помогут, найдут ребенку литературу для 9 класса. Всегда встречают, всегда посоветуют. Ты вот говоришь, какую именно какую тематику всегда предложат. Не то, что вот именно несутся, знаете, так, ну, выберешь и выберешь там это. А как всегда... думаете, надо о таких сотрудниках заботиться, надо. Им вот помещение получше? Надо, дать? Надо. Им здесь вот не развернуться, не повернуться. Ну, что это такое? Ну. Вот знаете, сейчас по всему городу идет такая модернизация библиотек. Как думаете, вот эту стоит перевести в большое, чистое, красивое помещение? Смотря куда. Если далеко, то не стоит. Пока модернизация до этой библиотеки не дошла, здесь дорога к знаниям выглядит вот так. Видимо, чтобы сразу было понятно, что это одна из старейших библиотек Красноярска. А вот это что за книжный экспонат? В двух томах пенопластовая история. Вот эта дверь, несмотря на то, что выглядит новой, красивой, современной, она замерзает очень сильно. Именно сюда ставили пенопласт зимой, чтобы не промерзнуть. В целом состояние ремонта пока еще нормально, кроме потолка. Потолок вам скоро посыпется на голову. Наверное, самая страшная проверка для библиотеки – проверка на пыль. Во-первых, книжки всегда ее притягивают, а во-вторых, только завтра здесь санитарный день, когда, по идее, будут убираться. Сейчас, ну, между прочим, совсем тоненький слой пыли. В библиотеке могло быть и хуже.
Вы только дайте нам нормальное помещение, все остальное мы сделаем сами. Так сегодня сказали сотрудники этой библиотеки, и мы с ними согласны. Они действительно могут сами и утеплить помещение, и убрать там всю пыль, и уместить огромное количество книг. Все они могут, но разве дело, чтобы такие сотрудники работали в таком крошечном здании, отмечу, больше 60 лет. Вот когда сюда придет модернизация, и здесь действительно появится большая, хорошая библиотека, сотрудники и книги для этого есть, тогда я скажу, что проверку новостей ТВК они прошли успешно. А пока я только напоминаю, что от проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучка, Виталий Субботин, новости ТВК.